Операция спиздили, ебать. Тут, короче, есть собака, которая бегает за дронами, охотится на них. Поэтому мы с руки взлетаем и садим. Он растяжка стоит. И там жмуры рядом лежал. Защищали унитаз, бились до последнего до него. Даже проиграли этот бой. А чей танчик мы забираем? Видовский. Протейчик? Ну да. Мы к нему подобрались сейчас ближе. О, Доминик Торетто. И уже есть возможность его забрать. Т-64 ранее был на вооружении армии Российской Федерации, ныне на вооружении ССО «Азов Киев». Не первая трофейная азовская техника, не первый трофейный танк. Украинская армия с начала полномасштабной войны получила большее количество танков, нежели мы имели до этого. То есть возможность трофеить российские танки дала нам возможность использовать их против них же самих. Что, хлопцы, працювать будем? Займитесь почему-то, танки стреляют. Мешают спать мне вот это, разговаривать вообще. Да. Сьогодні можливий рух трофейної техніки по 3 години від вас. Самоважний момент дикую. А скільки це вже? Подождіть, я поскажу, як ви вважаєте, що ви вважаєте? Ну ладно, до цього скільки. Тут у нас терабола на втулку, понимаєш? Уже це охуєнно, пацан. Так, а пам'ятаєш, коли вони тоді два танки ці під'їхали, скільки було, блядь, вони потужно. Бізон, бізон, кайфу. Там, от, да. Бізон. І, по-моєму, вже не буде хуя робити. Подождіть, пацан. Що це там? Що там шуміт у них? Може, вже мотор працює? Давай. Віга на зв'язку. У нас все получилось, движемся в сторону ТРОшника, как принял. Ебать его урод. Плюс. Предупреди еще раз ТРОшника. Рим и все позиции. Трофейная техника начала двигаться. Это по что я шарил, что ты именно понял таланте. Пацаны танкисты к вам. Да блядь. Да не все пацаны. Ну кто-то же должен был грузиться в это. Фу, блин. Т-64 с буковкой Z на боку. Пидорский. Пидоры нам его приволокли сюда. Ну, мы, соответственно, оформили. Да, огромное спасибо, надо сказать, начальнику штаба 2-го батальона ССО «Азов Киев» Бизону за проделанную работу непосредственно в операции, которая была по изъятию этого танка у армии «Зла». Он молодец. Ну и наши ребята все молодцы. Наши ребята стараются, наши ребята становятся потихоньку элитой украинской, а впоследствии уверенной элитой мировой армии. Слава Украине! Слава Украине!